Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы тестируем петличку. И знаете, заодно что мы делаем? Мы заодно ответим на 20 вопросиков с Ask.fm. Я решила, что я буду отвечать на 20 вопросов с Ask.fm вот именно в формате видео, потому что, ну, на больше, как бы, времени нет, да и у вас, я думаю, тоже нету времени по полчаса слушать просто пустую болтовню какого-то энного человека, который отвечает на вопросы Саск. Ну так, немножко послушать, наверное, интересно. Давайте же начнем. Если у вас, кстати, есть идея какая-нибудь насчет петлички, то есть если вы знаете петличку, которая дает лучший звук, чем Свен, вот такая вот, то я буду бескрайне рада просто вот услышать это, и если есть, ну, возможность, протестировать. Сейчас я ее прикреплю куда-нибудь. Вот. Ну и давайте, пожалуй, начнем. Что тебя забавляет? Меня забавляют кошки. В основном кошки, да. Потому что они бывают такие, ну, вы знаете, какие они бывают. Так почему под вечер становится грустно? Потому что у нас под вечер серотонин заканчивает вырабатываться, я так думаю, да? Вот, и нужно какое-то моральное такое потрясение, хорошее, в хорошем смысле, что-то такое вот сделать, чтобы стало не грустно. Ну, мне тоже, на самом деле, под вечер грустно, и я это тушу просто лекарствами. Поэтому... Кстати, если вы знаете, где можно купить такие уши, это, то бишь, аниме-сходки, какие-нибудь аниме... То бишь, это какие-нибудь аниме-сходки, аниме-матриксы, обязательно мне напишите ВКонтакте, ну, заявку в друзья и к этому сообщение. Вот, потому что мне надо их уже обновлять, потому что им лет 10, если, конечно, не больше. Так, какого года рождения? Я говорю, что... Ладно, я скажу вам, какого я года рождения, только когда наберу на канале 1 000 000 подписчиков, окей? Окей. Вот. А у тебя был такой человек или есть сейчас? Я не понимаю этого вопроса, поэтому я его пропущу. Как дожить до 120 лет? Это все уготовано нам нашими внутренними силами, нашим стремлением жить, и тры, и пыры. Короче, ребят, это очень сложный вопрос, и он не для человека такого уровня, как я. Ну, то есть, например, я бы не стала жить до 120, до 150 лет, потому что для меня это было бы скучно, организм уже износился, ну и смысла в этом не вижу. Какую фразу ты слышишь чаще всего? Какую фразу? Ну, как дела? Можно считать за фразу, да. Твоя любимая актриса. Вот знаете, вот, по-моему, 1970 года или... Блин, не помню, короче. Она играла женщину-кошку, у которой был такой лифак, короче, штанишки и кнут. И вот она была похожа очень на какую-то девушку с садомазо-вечеринки. Вот. Эта актриса мне нравится, но я, к сожалению, не могу запомнить поименно, по фио, ну, самих актеров. Я не знаю, почему, я, наверное, просто не хочу их запоминать. Так, давай песню, которая последняя из... Так, это я отвечу непосредственно на Аске. Как ты отдыхаешь в конце дня? Я просто ложусь на кровать, включаю какой-нибудь фильмец, лежу, смотрю, и все хорошо. Так, сколько это у нас уже вопросов? Раз, два, три, четыре, шесть. Какая твоя любимая музыка? Моя любимая музыка – это либо готика, либо метал, либо техноготика, короче, ну, на самом деле я меломан. Вот, так что, если вы хотите скинуть мне какую-то музыку, пожалуйста, скидывайте, я буду этому только рада. Так, тут с вопросами типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, я на них очень редко отвечаю, что на камеру, что в телефоне, потому что, ну, блин,
Как-то, блин, хочешь задать вопрос, задай один вопрос, пришли, я на него отвечу, а вот это вот читать, я еще путаюсь, где там что, и, в общем, я глупая, поэтому присылайте мне по одному вопросу. Так, доброта, искренность, забота, понимание, доверие, чувство юмора. Так, опять в ком сочетаются, напиши имя. Самые важные качества для тебя какие? Ну, конечно, честность, доброта, открытость. Вот, и шанс поселить в своем сердце такую большую любовь, которую, ну, редко кто может поселить. Не знаю. Короче, увлеченность, увлеченность, хорошо. Так, назови три человека, которых можно считать кумирами. Я никого считаю, не считаю кумирами, потому что, типа, я знаю заповеди Господни, не сотвори себе кумира, свой кумир я. Каждый человек это я в себе, все, бля. Ладно, короче, неважно. Так, любимая, чем будешь заниматься завтра? Проснусь для начала, а потом уже подумаем. Любимая сказка, ну, конечно же, «Снежная королева». И вообще есть еще любимая сказка, это «Хозяйка Медной горы». Вот она тоже просто обожаю. Если вы ее никогда не слышали, пожалуйста, загуглите, послушайте, почитайте. Это волшебно, волшебно просто. Вот я рекомендую. Какой твой любимый перекус? Корица, конечно же. У меня кроме корицы в перекусе ничего и нет. Так, есть что-то, что хотелось бы изменить тебе в прошлом? Если да, то что? Я бы хотела поблагодарить мужчину, который мне протянул руку, когда я шмякнулась около церкви. Но я такая, не надо. И он пошел дальше. Вот его надо было поблагодарить, а я что-то тупанула, потому что... Ну, вот потому что тупанула. Так, ладно. Давайте... Пока все это оставим, потому что, ну, думаю, вопросов на 10 набралось. Остальные я, ну, на которые отвечу, я отвечу или ответила, поудаляю с Ask.fm. Вот. И, в принципе, на остальные отвечу просто там, в телефоне. Если вам что-то интересное вы хотите задать анонимный вопрос, опять же, задавайте в Ask.fm, потому что я иду сверху, но уже не снизу. Вот. И, ну, в принципе, вы можете написать, хотите ли вы, чтобы я ответила на этот вопрос в видео, или хотите ли вы, чтобы я просто ответила на этот вопрос письменно. Так, всем спасибо за просмотр. Скажите, пожалуйста, какой звук у этой петлички? Я надеюсь, что у нее хороший звук. И типа я не дышу в нее, как в микрофон. Вот. И, в общем-то, всем удачи и всем пока.